Всем привет, это шахматный камбэк, у нас радостник. Давай, ЕД, давай, ДЦ. Ну почему он не радостник? Почти, почти Соломаха. Так. Соперник наш. Не нравятся мне вот эти все структуры, схемы. Я знаю наш план. Хочешь, я его поведаю? Поведай мне его, да. Все, все, все. Наш план не утонуть. Ферзей меняем? Да как хочешь, ты должен испортить позицию, помню. На своих условиях. О, отлично, да, слушай, идеальный способ. На как своих. Можно таким образом поменять Ферзей? Так, напали на А7, ребята, видите? Вот он сейчас защитил. А, вот видишь, защитил. Так, а теперь нужно найти какую-нибудь тактику. Сверхсумасшедшую. Так, 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 так. Ладно, хорошо. В три. Линия аж наша. Так зачем ты ладью оттуда убрал? Сыграл бы 2-0. Нет, все спокойненько пока. Теперь поставили ладьи. И он сыграет 2-0 и как бы. Ну и чего, смысл? Уже можно, управление мне давать. Не страшно так. Конь d5. Хотим поменять слонов. Берем, конечно, ладьей. Хотим сдвоиться по линии d. Вот сдвоились, напали на коня. И конь c6 грозит. Конь c6. Как тебе удар? Жаль. Ну как способ испортить позицию хорош, да. Так. Че, сюда что ли приходится? Давай конь c6. Да что ж ты делаешь? Все, 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 без качества, давай пробуем. Все, ладно, занимайся. Чем здесь заниматься? Ну, c6 или b4. Ну вот спасать такой тухленький эндшпиль. Без пешки на b3. Тухленький. Там он не тухлейший. Не, ну тебе, наверное, прикольно, нет? А чё тут всего лишнее качество и пешка у чёрных? Да, только у белых фигур нет. Чтобы, чтобы подкрутить как-то. Мы не такое спасали. Ну да. Вот буквально пару минут назад. Что правда, то правда. Ну король зашел за пешкой b7, видимо. Да, гениальный замысел. Тонкий план. Да, только придется отдать полкомплекта, потому что ладьи менять нельзя. А если ладья поменяется? Ну тогда одним королем придется играть, действительно. И мы умрем, да? Ну, пожалуй, да. Так, слон f6, тонко. Новинка. Да. Эпохальное говнище.